день, дорогие друзья! Мы вас приветствуем в коттеджном поселке Морской, в самом солнечном городе Анапа. Мы здесь не случайно. Декабрь месяц – это время преддверия праздника. И мы хотим поздравить местных жителей с Новым годом и Рождеством! Как хорошо, как прекрасно! В нашем поселке только что постелили асфальт. Малиновая, 44. Алексей Петрович и Людмила Александровна. Хозяева! Дорогие наши жители поселка Морской, Людмила и Алексей, очень приятно поздравить вас с наступающими праздниками, а от лица всей компании поблагодарить за доверие, за то, что вы выбрали нас. Это здорово, это классно, когда, получается, живут такие прекрасные люди в домах, которые построены нашей компанией. Мы это сделали, ну, с удовольствием, с радостью и только для вас. Вот сегодня от лица компании мы хотим сделать вам подарок. Следующий год будет обязательно счастливый, потому что по-другому никак нельзя. Вот. И такой вот сувенир у нас, смотрите, сладкий. Спасибо. Да, и хотелось бы отдельно отметить, у нас вот, смотрите, есть пригласительный билет. Это очень важно на следующий год. Он у нас бессрочный. И потом, спустя, если необходимо, вы можете звать себе гостей. Вот это вам денежный купон. Спасибо. За то, что вы выбрали нас. Вам большое спасибо. Скажите, как вы здесь живете? Ой, мы живем, даже боюсь сглазить. Я, ну, в общем, очень довольна. Многие болезни ушли. И только дышим, не надышимся. Нос высовываем утром в окошко. И рады тем, что мы здесь, и всем говорим, езжайте, приезжайте, и только в стройгарант Анапу, потому что, ну, я других компаний лучше не встретили. Скажите, много гостей все-таки приезжало вам, к вам, ну, этим летом? Приезжали дети, внуки, а гости, у нас еще не все закончено, у нас еще, мы боремся тут с сорняками, ведем грядки, там у нас парник поставили, поэтому ожидается на следующий год. А ожидания, вот как раз-таки, когда вы думали, вы надеялись, они совпали с тем, что реальность, какая она? Иногда, ну, бывает... Реальность даже, наверное, лучше. Лучше, чем ваши представления, да, Юги? Да, да, да. Ну, это классно, это здорово. Да, да. А что бы вы хотели пожелать нашей компании? Потому что раз вот мы старались, да? Ну, чтобы оставались такими же. Вы вообще гостеприимные всегда. Я помню, сколько мы приезжали, вы всегда вот в таком духе и встречали нас. Поэтому, ну, всяческих побед, успех творческой работы. И вам хорошего настроения. С наступающим Новым годом. Спасибо большое. Спасибо за все. И тоже с наступающим Новым годом вашей компании «Строй Анапа». И в будущем больших. За большую отзывчивость, что если что, вот что-то нам понадобилось, там где-то что-то, какая-то техника, ну, что-то привезти, и всегда Антон наш дорогой всегда нас вручает. Спасибо вам большое. От лица компании «Стройгарант Анапа» с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы благодарим за выбор вас, нашей компании, за то, что вы доверили нам проект вашего дома. Как вы счастливы в вашем доме? Очень как живете? Мы в восторге от этой компании. И всем советую сделать этот выбор. Счастье всем в Новом году. В нашем доме поселилось счастье. Татьяна, когда я бываю у вас дома, я понимаю о том, что именно таким должно быть счастье. Потому что вот действительно идеальный ландшафт, прекрасные люди, которые живут в этом доме, да? Уютно, тепло, хорошо, замечательные соседи, да? Соседи прекрасные. Вы знаете, мы всем довольны. Нам даже нечего сказать, что нас не устраивает. Мы просто в восторге. Слов нет. Хотелось бы много сказать. И много, наверное, еще скажем. Мы еще сами до конца не понимаем, что мы живем в этой сказке. Мы сегодня получили новых друзей, заодно и родственников. А «Стройгарант Анапа» – это наши родители. Родители нашего дома. Спасибо вам огромное. Здоровья, процветания, новых успехов.
новых таких же счастливых хозяев, обладателей ваших домов шикарных. Я хочу, чтобы мы с вами взяли на вооружение это утверждение. Следующий год будет еще лучше. Не сомневаемся. С наступающим Новым Спасибо. Годом. Вот такое вознаграждение получит каждый клиент, получается. Это сертификат на новых соседей. Приглашайте к себе не только в гости, а получается за покупкой дома именно к нам, потому что ЖК «Морской» в 22-м году открывается продажа. С удовольствием это сделаем и пригласим всех желающих, и приглашаем. Мы камчедалы, мы народ дружный, у нас на улице только 5 камчедалов, и я думаю, они добавятся сюда. С удовольствием, благополучия вам. За все огромное спасибо. Низкий поклон. Я вас обниму. Стройгарант Анапа, низкий поклон. Чудесная дорожка. Улица Малиновая, 33. Здравствуйте. Светлана и Юрий. Да. Какой красивый у вас дом. Немножко еще надо потрудиться, чтобы совсем был красавец. От лица компании «Стройгарант Анапа» мы пришли вас поздравить. Ой, с наступающим Новым годом и Рождеством! Как вам живется здесь? Прекрасно, рассказывайте. Прекрасно. И самый огромный подарок – это вот просто благодарность огромная Павлу Анатольевичу, благодарность вообще всем работникам компания. «Стройгарант Анапы» за то, что вы нам подарили к Новому году асфальт. А, асфальт, да. Вообще, это круто. Я вчера... Мы ехали, там подарили газ. Газ? А теперь асфальт. Нет, очень все хорошо. Зимовали отлично, да? Отлично, все хорошо. Да? Слава Богу. Вообще все идеально. Все идеально, да? В самом деле. Тепло, уютно, спокойно. Соседи все хорошие. Ну, застройщик замечательный, да? Мы сегодня едем с рынка, я говорю, как же нам повезло. Мы все успели. Мы успели построить дом прекрасный, да, вот до этого вот такого неприятного кризиса. Мы все успели, мы как-то уже в основном благоустроили. Ну, немножко еще потрудимся будет вообще. Да, классно. Так что спасибо. У таких позитивных людей обязательно все будет хорошо. Это вам спасибо за доверие к нашей компании. К нам друзья приезжали уже тоже, наши соседи старшего подъезда, и тоже так присматриваются. Ну, сказали, тоже будут здесь строить обязательно. Ну, классно. Я надеюсь, что мы еще будем строить, и все будет, как было задумано. Наступает вечер, и мы с вами на улице Солнечная, 44. Игорь Иванович, мы обещали к вам вернуться. Вот мы. Добро пожаловать. Хотим посмотреть, как зимуют ваши растения. Смотрите, были мы на этом участке летом. Вы же можете посмотреть ролик. Записывали отзыв как раз после наводнения в Анапе. И сейчас мы понимаем о том, что вот это декабрь месяц, смотрите, все прекрасно. Какая у вас все-таки замечательная идея сделать террасу. Летом прекрасно, и зимой тоже хорошо, потому что тут той зимы? Месяц-два, и уже будет опять лето, снова лето. Большое спасибо от всей компании «Стройгарант Анапа» и от меня лично. Благодарю вас за гостеприимство, да, мы не первый раз у вас, и это очень приятно быть в вашем доме и знать, что вы всегда нас ждете. Следующий год будет обязательно такой же хороший и даже еще лучше. Спасибо вам огромное, с наступающим Новым годом. Спасибо. Благодарим вас за выбор нашей компании. А это чтобы ваша жизнь была очень сладкой. Спасибо. Вы... Спасибо да. большое. Расскажите нам, пожалуйста, как вам зимуется вам у нас на Кубани? Нормально. Отопление только недавно включили, наверное, дня два назад. И то, когда услышали, что страшные холода, там типа минус один идут, потом и включили. Да. Но если учесть, что я из Москвы приехал, в которой 21 уже, и завтра будет 30, тут вообще рай. Просто рай. Ну и дом теплый, нигде не продувает.
качественно построен. Я уже говорил об этом, и еще раз повторю, и никогда не устану повторять. Очень качественная постройка дома. Да, что? Тепло, больше тепло, что сказать. Даже вечером. Это мы для вас оделись, а дома-то ходим. Ну да. Практически ни в чем. Эльвира, а как поживает ваша клубника? Хорошо, еще пока висит, даже замороженная еще есть. Но она уже, конечно, все. Последний урожай когда мы собрали? Ну, где-то 20 ноября да, последний урожай собрали. Даже фото сделал, отослал всем, да, чтобы завидовали в Москве, там, в Ленинграде. Дорогие друзья, очень уютный, прекрасный вечер у нас получился. Еще не Новый год, но все равно уже появилось благодаря вам новогоднее настроение. С наступающим Новым годом! Счастья, любви, всего самого лучшего, самых прекрасных эмоций вам в этом доме. Да? И мы надеемся на то, что все-таки мечты ваших друзей приехать к нам сбудутся. Спасибо. Спасибо. Благодарим вас. А мы надеемся, что все мечты и задумки «Стройгарант Анапы» сбудутся тоже. Да. Спасибо вам. Чтобы они расширялись побольше. Да, будем стараться. У нас большие планы. Очень часто спрашивают про эти планы. Коттеджные поселки новые будут. Ну, об этом вы узнаете в новом году. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, да, и получается до новых встреч. Спасибо большое. Мы с вами. «Стройгарант Анапа».